Гантимурова Наталья, Москва. Тюрина Мария, Нижний Новгород. Добрый вечер. Наташа, скажите, как вы думаете, в какой профессии больше всего нужны красивые люди? Я думаю, что это как раз международные отношения. Я учусь на отделении международных отношений, потому что мир во всем мире должны творить именно красивые люди. Отлично, спасибо большое. Спасибо. Свободное от учебы и работы время я трачу на чтение. Книги – это мое все. Опираясь на чужой опыт, почерпнутый из книг, можно не совершать ошибок или проецировать это как-то на свою жизнь. Друзья мои, мисс Россия 2011 стала Гантимурова Наталья, Москва! Наш генеральный партнер – банк «Русский стандарт».